Добрый вечер, дорогие наши друзья. В эфире телеканал «Союз». Начинается передача «Беседы с батюшкой», ведущий Глеб Ильинский. А сегодня у нас в гостях священник Дмитрий Димитриев, клирик храма во имя иконы Божьей Матери «Нечаянная радость». Здравствуйте, отец Дмитрий. Доброго здравия. Благословите наших телезрителей. Помоги, Господи. Дорогие наши друзья, тема сегодняшней передачи «Мотивация веры». Можно было бы еще сказать, например, мотивация христианской жизни, но все это укладывается в одно понятие – мотивация веры. И об этом мы будем сейчас говорить с отцом Дмитрием. А для того, чтобы вы могли задать свои вопросы, вы можете позвонить к нам в Петербург, код города 812, телефон 677-62-44. Надеюсь, что этот телефон вам уже хорошо знаком. Будем ждать ваши звонки. Дорогой отец Дмитрий, вопрос по поводу мотивации веры стоит, наверное, очень остро для очень многих православных христиан. Не по той причине, что нам нужно доказывать самим себе, что мы верующие. Но часто мы теряем даже само понимание своей, как бы так, мы теряем остроту той веры, которую мы приобретаем, например, при крещении или при каких-то испытаниях. Бывают такие моменты, когда ты вдруг, ну, как бы замыливаешься, и ощущение остроты веры православной пропадает. И когда мы говорим о том, что церковь как бы находится на острие жизни, вдруг оказывается, что мы не на самом острие, а с другой стороны, на тупой стороне. И в этом случае вопрос мотивации веры возникает, стоит очень остро. Все-таки как обрести эту мотивацию? Да, спасибо. Действительно хороший вопрос. И вот этот мотивирующий момент, он, безусловно, стоит перед каждым христианином. Конечно, хочется, чтобы все было как вот в новоначальном периоде, когда мы пришли, неслись. Может, кто-то вспомнит, кто вот, может, пришел в храм чуть попозже, то, может быть, даже вспомнят, как мы неслись в церковь на крыльях веры, вот, и ощущали очень явственно присутствие Божие. Но вполне понятно, что такое вот состояние безмятежное, оно не могло продолжаться вечно, и его нужно постоянно обновлять. Вот я даже такую аналогию провел, что вот как вот маленький младенец учится ходить, его родители поддерживают подмышечки, чтобы он на ножках стоял. Вот, и сначала идут вместе с ним. А затем уже должен сам как-то научиться и ходить, и бегать. Вот. И к этому призван каждый христианин. И, безусловно, вот те вот или иные проблемы, которые возникают, они-то и могут послужить вот этим мотивирующим фактором. То есть, к сожалению, так и бывает, что нас мотивирует только какая-то проблема. Вот, то есть некий реакционный момент есть. То есть мы видим какую-то ситуацию, вот возникает какая-то проблема, и мы ее преодолеваем, и через это находим определенный действительно мотив для обновления своего внутреннего состояния. Вот. Мы знаем такие периоды в истории церкви, вот, когда возникали те или иные, например, ереси или какие-то вызовы времени, и церковь вынуждена была реагировать на них. Вот, и это мотивировало ее к определенному изменению, обновлению. Вот, и такие моменты они существовали и по Вознесению Господа нашего Иисуса Христа, соответственно, уже и позже, в период и апологетов, и мужей апостольских, и в период Вселенских соборов, и далее, и далее, и далее. Вот. Но всегда церковь в тот или иной момент находила себе силы давать новые ответы на возникающие вопросы. И это ее изменяло. Это что касается как бы такого глобального направления. Ну, а если по частностям, если вот по каждому человеку,
взять, постараться в таком индивидуальном моменте, то, безусловно, вот, жизнь каждого человека уникальна. Уникальна, и она наполнена какими-то событиями, которыми, и опять-таки тем или иным, может, испытаниями, да, искушениями, которые свойственны жизни только этого человека. Но вот нужно себя постепенно в этих испытаниях там закалять и их преодолевать. Вот. Конечно, хочется, чтобы жизнь христианина была не просто, знаете, не таким вот вечным ответом на какие-то вызовы, а чтобы вот эта мотивация, она происходила изнутри. Вот. И сила веры бы крепла не вследствие какого-то внешнего вызова, вот, а происходила из глубины души. Вот. Но это вопрос такой вот именно, опять-таки, самодисциплины очень глубокой. Ну, самодисциплина это, наверное, одно из тех понятий, которые мы стараемся всячески избежать в нашей практике. Конечно. Потому что, в общем, мы ленивы и немощны, и поэтому, в общем, в принципе, позволяем себе, ну, скажем так, жить в определенной, я не скажу комфорте, но во всяком случае в роскоши. Ну, я имею в виду позволять себе то, что мы обычно себе и даже на что мы вообще в принципе не имеем права. Я имею в виду в данном случае не питание, не там, автомобили и прочее. Я имею в виду такую роскошь позволить себе не приходить в церковь. Потому что это, ну, так, такое роскошество. Я настолько отношусь к Господу запанибратски, что, ну, ладно, ну ладно, я в следующий раз к тебе приду. И, наверное, у нас есть недавно совсем мы отмечали память святой великомученицы Варвары, когда эта удивительная просто девушка молодая так показала свою веру, и сколько же было там, не знаю, можно ли сказать, что там была мотивация найти Господа? Наверное, нет. Но в нашей жизни таких примеров, как Варвара, мы стараемся тоже не замечать. И поэтому что же нам делать? Искать в своей жизни какие-то проблемы для того, чтобы они нас мотивировали, как иных увещеваете страхом, каким образом нам можно увидеть Господа новыми глазами, новым сердцем и как-то подышать по-другому. Ну, вот действительно пример хороший со святой Варварой. Но опять-таки, здесь, если мы вспомним из ее жития, там было очень все непросто. Там же был Диоскор, вот, который ее склонял к язычеству. Вот, соответственно, было и заключение. Вот, много чего было. То есть, так он ее сам пытал? Да. И в конце концов... Убил? Да. Да, тело, но не душу. Ну да. Вот. И здесь это... Но опять-таки, вот ее внутреннее состояние было даже готово принять всю вот эту жестокость. То есть, если мы читаем ее житие сравниваем с житием святых, других, они не проклинают своих этих... Гонителей, убийц. Да, там, да. Они как-то им с Богом настолько хорошо, что они воспринимают эту вот ситуацию как, ну что ж, да, это такое некое неизбежное зло падшего мира. Но это не конец. Вот. У меня вот была такая дискуссия с одним очень таким тоже интересным человеком той культуры, который говорит, что вот вы, христиане, такие ребята, говорит, интересные, но вы просто боитесь Бога и боитесь не попасть в рай. Поэтому, собственно говоря, вот она ваша вера-то и есть, она основана на страхе. Вот, я говорю, ну почему так-то, говорю? У нас страх имеет место быть, но он не главный, не единственный. То, что ты любишь Бога, вот, и воспринимаешь его как своего любящего родителя. К нему ты идешь, и в
конце концов становится даже такое у тебя понимание в голове, что даже твоя загробная участь, она в какой-то момент просто теряет для тебя ну, такую актуальность. Почему? Потому что ты понимаешь, что Господь тебя вытащит откуда угодно, вытянет тебя из самых глубин. Вот. Лишь бы ты имел действительно в себе такое крепкое и, самое главное, искреннее отношение. Вот что вот было, в частности, у святой Варвары. То есть не думаю, что ее мотивировало именно такой вот страх какой-то вот перед адскими муками. И у нее была любовь. И это было ее внутреннее состояние. Потому что, опять-таки, любовь Бога, она постоянна. И когда ты ее испытываешь, то даже какие-то вот эти жизненные неурядицы, невзгоды, которые порой так там бьют обухом, вот, оно все носит такой временный характер. Потому что понимаешь, что встреча с Создателем тебя ждет, и тебе от этого, может быть, даже и где-то очень-очень хорошо. Но вопрос, готов ли ты к этой встрече? Вот-вот. Вот. Да. Вот-вот. И вот вы сейчас очень затронули очень важную тему. Но в том числе, когда ваш знакомый спрашивал вас, вы говорили о том, что вы очень странные люди, христиане, и вот боитесь. Ведь я в этот момент чуть не закивал головой по той причине, что для меня это очень знакомо. И более того, я во многих проповедях слышу именно это. Воспитание страха. Потому что этот страх, он воспитывает некое смирение. Потому что если это смирение существует, опять-таки, это не то, может быть, это не то смирение, которое настоящее, потому что мы об этом тоже можем поговорить. Но вместе с этим воспитание страха, я должен сказать, что у нас очень серьезно присутствует. Да, присутствует, и неоднократно. Сам тоже такое слышал. Вот. И сам так иногда говорю. Вот. Но все же христианство, я думаю, в целом, и православие в частности, это не религия страха, а религия любви. И радости. И радости. Чайной или нечаянной? Чайной, да, нечаянной радости. Я так понимаю, что вот вы знакомы с этим пониманием. Но здесь еще есть один очень интересный момент. Ведь когда мы говорим о том, что вот как хорошо любить Господа и жить в любви, здесь у нас возникает некое недоумение среди тех людей, для которых не состоялась эта встреча. И когда Господь не обратился к ним, и ведь часто мы говорим о том, что когда мы разговариваем с Господом, то люди других пониманий говорят о том, что, в общем, мы сумасшедшие, если мы разговариваем с Богом. И в этом случае у нас есть этот очень сложный момент, когда мы не встречаем Господа, вот Он не обращается к нам. Как воспитать эту любовь к Нему? Через какие действия? Вот на этот вопрос вы мне ответите сразу после телефонного звонка. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь, откуда вы звоните? Добрый вечер, Евгений Белгород. Добрый день, Евгений. Вот у меня и хотелось выяснить этот вопрос. Я слышал, что, как говорят, что самое страшное – это привыкнуть к вере. И вот у меня поэтому отсюда и вопрос. Потому что по сегодняшней жизни, монотонно текущей, никаких гонений, как раньше на христиан, все так спокойно, никто тебя не преследует. То есть это вот равномерное, постоянно повторяющееся одно и то же каждый день. Вот эта жизнь, даже в церкви хоть где. И ничего человек не напрягается ни в чем. Вот как этот, вот в этих условиях, какая должна быть мотивация? Откуда она придет, эта мотивация? Изнутри тяжело, с внешней тоже нет ничего. Спасибо, Евгений. Да, Евгений, спасибо за вопрос. Но на самом деле не все так однозначно. На самом деле христианин должен всегда быть готов к каким-то изменениям. Хочешь мира, готовься к войне. Я вот некоторое время назад, до этих всех историй с пандемийных, посетил Египет. И там видел зал мучеников, в
котором показали как раз реальность наших дней. Потому что в Египте, ну и вообще на африканском континенте, вот, и рядом тоже с ним, очень часто убивают христиан. Это до сих пор. До сих пор. Это реальность наших дней. Поэтому в качестве того, чтобы как бы подумать, можно это принять и понять, что действительно сейчас просто у нас в России данная ситуация такая, может быть, такого более или менее ситуация, такой этап таких спокойных церковно-государственных отношений, которые к гонениям не приводят. По крайней мере, пока. Но, опять-таки, дни лукавы, вот, и мы не знаем, что будет дальше. Поэтому, может быть, постараться это время, как раз, которое нам Господь послал, вот в такой вот геополитической перспективе, вот, взять и попробовать использовать для своего внутреннего самосокрушения. Вот. И, опять-таки, вот же вот задан был вопрос, да, вот внешние факторы. Опять-таки, гонения же внешние факторы. Вот. Но и без гонений зла в этом мире хватает. Ведь очень много проблем есть, которые требуют такой действительно позиции активного христианства. Чего, мне кажется, вообще в целом нашего православия очень-очень не хватает. Если бы мы были такими людьми, о которых еще в свое время митрополит Антоний Суржский говорил, что вот христианин – это человек, который в глазах мы видим сияние вечной жизни. Вот. И если у тебя есть это сияние, ты им хочешь как-то поделиться, вот, порадоваться вместе и с кем-то, кому-то эту радость передать. Вот. Поэтому что можно посоветовать? Заметьте своих ближних, окружающих, которые есть вокруг. Вот. И в современной России примеров огромнейшее количество можно найти. Слишком много. Немало, так скажем, немало. Да. То есть любовь к Господу воспитать через любовь к ближнему, через деяние, через поступки. И самое главное в этом случае, это еще один очень интересный здесь возникает момент, когда мы заботимся о близких. И помните, совершенно невозможно для нашего понимания любить врагов ваших. Потому что как бы, ну, сейчас, ну, это как? Ну, невозможно. Ну, вообще никак. Но я так понимаю, что именно если мы будем воспитывать в себе это прощение через заботу о своих ближних и о врагах, то тогда, в общем, наверное, можно воспитать и любовь к Господу, так? Да, так это же к нам уже эти слова были еще адресованы из 100 в Евангелии, которые очень полезно периодически перечитывать. Вообще, в принципе. В принципе, да. Не просто потому, что там так как бы надо, а по велению души. Имеет смысл. Имеет. Вот я могу только, ну, опять-таки поделиться таким эпизодом из своей вот такой вот жизни, что вот насколько, как вот Господь может тебе дать ответ, как раз вот возвращаясь к вашему вопросу, да, слышать или как слышать. Вот. Вот. Была такая у меня дилемма в свое время после окончания духовных школ. Мне очень всегда нравилось учиться, потому что, ну, по сути говоря, мы учимся всегда. Вот. И весь этот мир, он на самом деле очень такой яркий, интересный. Тут столько разных искусств, столько люди придумали разного интересного, вот, и полезного. Хорошо, кстати, этим всем овладеть хотя бы в малой степени, вот, и передать другим. Вот, и это может быть тоже быть таким вот одним из мотивирующих факторов, которые для себя в свое время тоже избрал. То есть передавать свои таланты другим людям? Конечно. Вот. А неталантливых людей нет. Нету, конечно. Нету. Вот. Потому что у каждого человека есть способности какие-то к чему-то. Или можно даже на какой-то там, даже в той или иной сфере выйти на какой-то средний уровень. И этого уже будет так вот более чем достаточно. Так вот, как раз у меня была тоже дилемма. Мне очень хотелось еще, поскольку наша тогда еще была ситуация такая непростая в образовании, что
дипломы нашей духовной академии, они как-то нигде особо, кроме духовной академии, не признавались. Вот. А мне очень хотелось в ней преподавать. Вот. Ну и я вот, соответственно, тогда решил еще пойти вот в сферу светского образования. И у меня была дилемма. Либо, значит, поступить, соответственно, на одну из кафедр, где моим основным для меня бы доминирующим главное направление, это было бы изучение основ диалектического материализма. О-о. Это в наше время сейчас тоже актуально. Вот, как оказывается. Вот. Но зато потом была бы еще перспектива какого-нибудь младшего научного сотрудника, вот, и работать при музее, кафедре, да. Вот, и иметь и университет, как раз, рядом с домом. Вот, в общем, все, мама не горюй, просто радость. Такая, что в плане материально все хорошо. Вот. Но как вот нужно было периодически наступать на шею собственной песни. Вот. Либо же пойти вот как бы вот в никуда, вот, выбрать то, что называется таким религиоведением. Вот. И там было действительно учиться очень интересно, но без перспективы дальнейшего трудоустройства. Я вот шел тогда через мост тогда. Значит, бывший мост лейтенанта Шмидта, да, сейчас Благовещенский. Вот иду через Благовещенский. Накануне я вот ехал в общественном транспорте, прочитал как раз, значит, один из моментов евангельских, связанных с призванием. Вот апостол Андрея. Вот. И перехожу этот мост, и там реклама. Реклама машины, на которой написано «Не изменяй себе». Ну, понятно, что реклама там, как бы, это был другой посыл маркетологов. Но я подумал, вдруг почему-то ощутил, что здесь ответ, что я не должен как-то вот действительно в этом моменте себе изменить. Вот, и я решил выбрать религиоведение. Действительно, я его закончил. Ну, и теперь мы можем встречаться в беседах с батюшкой. Да. Благодаря рекламе «Не изменяй себе». «Не изменяй себе». Вот. Ну, который, опять-таки, реклама – это некий повод. А ранний ответ я нашел через... Слава Божьему. Это для меня тоже очень понятный ваш ответ, но давайте мы примем телефонный звонок. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь, откуда вы звоните. Мы слушаем вас. Алло. Да, говорите, пожалуйста. А я же уже говорила. Нет, ну вы уже... Да, задавайте вопрос. Подскажите, пожалуйста, в 72-м году у меня... Погиб ребенок. Без месяца было ему 5 лет. Куда он может попасть? В рай или в ад? Как вас зовут? Валентина. Валентина. Раба Божия. Да. Спасибо за вопрос. Спасибо, Валентин. Действительно, вот когда вот мы встречаемся с таким с горем, с жестокостью, с тем, что вот с теми или иными влияниями зла в этом падшем мире, вот здесь, кстати, вот наша вера тоже очень сильно проверяется. Вот если мы говорим о статическом ответе, то мне вспоминается святой Иоанн Златоуст, который говорил о том, что души младенцев, они находятся в неком третьем состоянии. Но все, конечно, решится уже во время второго пришествия. Вот. И раз уж эта ситуация попущена, значит, для нас это тоже, опять-таки, некий мотивирующий фактор, чтобы мы молились за ушедших, соответственно, в то место, вот, и, о котором нам действительно мало что известно. Но опять-таки, чтобы и мы, чтобы в этой ситуации не озлобились, как-то не ожесточились, не впали в отчаяние, вот, в какое-то уныние. Вот. И подобные ситуации... Вот, ну, приходили разные люди тоже на исповедь, и похожие ситуации были у людей, у наших собратьев и, соответственно, у сестер у наших в православии. Но смогли они их многие преодолеть. И как ни странно, то есть, знаете, как вот в больнице вот хирург делает больно сначала, чтобы потом было хорошо. Так, или, допустим, медбрат или медсестра делают укол, больно. Какие-то есть, знаете, такие есть больные уколы, вот такие вот витамины вводят, когда, вот. Они очень больны. Вот. Но потом-то хорошо. Вот, и
порой в жизни тоже бывают такие ситуации, что сначала действительно такие, ну, на первый взгляд кажется, что ну, не пережить это. Но вместе с тем это приводит в конце концов к какому-то переосмыслению, осознанию. Время плакать. Да. Время смеяться. Время рождать, время умирать. Время собирать. Время. Да, да, Экклесиас с нами. Да, вот. Экклесиас с нами. И как, конечно же, и премудрый Соломон, когда... Вот, кстати, опять-таки, замечаю, вот, ну, вот у нас все эти сокровища премудрости, вот, они есть. То есть много ответов уже дано. Осталось нам только для себя открыть. Вот в этом плане и Ветхий Завет – это просто действительно колоссальнейшее просто. Вот эта литература премудрости – это колоссальнейший источник знания, в том числе жизни духовной, и источник такой мотивации. То, что на первый взгляд читаешь, некий такой пессимизм. Вот. Но вдумываясь, вчитываясь, вот, ты видишь и этих пророков, видишь, насколько они верны Богу. Вот. Может быть, это связано с тем, что они, вот, как и святые, вот, они верны. Вот тоже вопрос мотивации, вопрос верности. Верности Богу. Потому что сейчас очень часто, когда возникают те или иные какие-то испытания, мы идем в некий компромисс какой-то. Вот, компромисс с совестью, компромисс с своим внутренним религиозным состоянием. Вот. А порой нужно проявить такую бескомпромиссность. Это всегда поражает. Вот опять-таки в Ветхом Завете, когда Господь призывает кого-то на служение, ведь удивительно совершенно, но я понимаю, что могли ответить на его призыв очень многие люди. Но пророки говорили: «Вот я». «Вот я», — говорили они, идя на призыв Господень. И вот я так понимаю, что эта готовность, она не избранных людей. Потому что ведь часто нам кажется, что есть только избранные люди, которые готовы служить Господу. Ну, избранные, а на самом-то деле это не так. Так избраны-то все мы, уже избраны. Избран уже любой христианин, он уже избран. Вот об этом, кстати, вот и сам вот Владыка Варсонофий, кстати, говорил вот на одной из проповедей. Помню, тоже она, я тогда еще служил диаконом вот, в храме Боголюбия на Кутузовском острове. Вот, и Владык приезжал. Вот, и его слова мне запомнились. Он тогда сказал: вот люди приходят в церковь, они дают что-то такое крещение. Обещание Богу доброй совести. Обещание. Вот. И говорит, давали обещание. Ну, или ваши восприемники за вас давали. Вот. И я вот стал тоже вот так задумываться. А ведь действительно, мы же обещали. Вот. И верность своему слову. И это очень важно, чтобы это было. И вот это обещание... оно же действительно все с лихвой вернется. И те какие-то, может быть, даже замечаем в нашей жизни такие маленькие чудеса. Это ответ на эту верность. Ответ на эти обещания. Вот. И как уже апостол даже писал, говорил о том, что вот, даже и не знает человек, что приготовил Господь любящим его. Вот. То есть вот эта верность, она нас правильно, опять-таки, мотивирует. И а вот еще тоже момент, который, опять-таки, связан там, и со злом, и с тем, что в этом мире есть. Ведь мы проверяемся постоянно теми или иными испытаниями. Но, наверное, все-таки каждый в свою степень избранничества, потому что раз уж каждый христианин называется христианином, мы же все там, вот, не как мы называемся вот, христианами, вот, не называемся тут церковью Кирилла, или церковью там, Варсонофия, или церковью Глеба, или церковью димитрианцы какие-нибудь. Нет, мы называемся христианами. Мы идем за Христом и носим его имя на себе.
Так вот, соответственно, уподобляясь ему, мы, наверное, в какой-то степени должны пройти вот этот вот некий период богооставленности, как Спаситель на кресте находился. Так у нас, наверное, должен человек, любой, называющийся христианином, это пройти. Вот. И это тоже мотивирует, на самом деле. Да, конечно, мы задели и вопрос по поводу иных увещевать страхом, и о том, что мотивация страхом тоже существует. И когда мы вспоминаем события еще вот в Сирии, когда монастырь Маалюля, и когда просто за то, что ты христианин, тебя могли привязать к дереву и к столбу, и люди должны были проходить мимо и бить тебя, и плевать в тебя. В общем, как в первые, как во времена гонений, не знаю, Трояна или еще кого-нибудь, Диоклетиан. Так вот, здесь возникает такой очень серьезный вопрос. Ну, известен один батюшка, который при крещении задал вопрос, ну, крещаемым людям, для чего они это делают. Ну, были ответы о том, что все так делают, я это делаю от сглаза, я это делаю для того, чтобы пройти в следующей жизни, легче была реинкарнация. Но на все, ну, понятно, что я сейчас говорю не все ответы, но батюшка тогда сказал: а вы готовы принять за вашу веру смерть? И, ну, понятно, что никто не был готов, потому что все не представляли себе, что значит смерть, потому что, да, действительно, в наше время за имя Христа можно действительно распроститься с жизнью. Но ведь мы же не отдаем себе отчета. И в этом случае я хотел спросить вас о том, что, может быть, нам Господь просто посылает такую легкость в вере, или мы идем в этом случае на неком поводу от лукавого? Мне кажется, опять-таки, что, ну, вот легкость нам посылается Господом до времени. Вот мы удивляемся о том, что там нет каких-то у нас суперспособностей там и так далее. Так чтобы их получить, нужно трудиться. Вот. А нам Господь вот дает вот это время. Как бы, пожалуйста, можно заниматься этим, можно совершенствоваться. А получается так, как получается. Ну, что, мы хотим все время фокус-покус. Да, да, фокус-покус, да, там. Фокус-корпус моем, да. Но, значит, не готовы еще к каким-то свершениям. Вот. Значит, что ж там? Находишься на этом, на каком-то уровне, как нынче говорят, там, за океаном, на лайт-варианте. Лайт-православие, да. Тоже хорошая тема для обсуждения. У нас есть телефонный звонок. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь, и откуда вы звоните? Добрый вечер. Любовь из Москвы. Хотела бы задать... Мы слушаем вас. Ну, я слушаю лекции Осипа часто, и мне очень нравится мысль отношения христианского отношения к испытаниям, скорбям, которые три этапа. То есть первое — по делам своим получаю, второе — прости меня, Господи, и поблагодарить Господа. Вот, но такого отношения, чтобы добиться в себе такого отношения к скорбям, это, конечно, нужно обладать большой верой. И как вот хотела задать вопрос такой: усилием воли можно, конечно, вести, но, извините, разволновалась, то есть нужно... Постоянно, чтобы достичь такого покаянного состояния и отношения к скорбям, нужно постоянно бороться со своими страстями. И усилием воли, как я понимаю, можно ввести аскезу в свою жизнь, но укорененные страсти в душе вызывают печаль и уныние. Плоть требует удовлетворения страстей, ум, воля, разум противостоит этому. Итог такого раздрая — уныние, печаль.
И как изменить такое состояние души и избавиться от неудовлетворенности жизни и печали, мотивировать ли себя будущей встречей со Христом? Ну, как бы, в общем, слабо это удается. Спасибо большое за вопрос. Очень сложный, очень интересный вопрос. Да, ну, слушайте, как вот даже цитируется Алексея Ильича, даже вот в вопросе услышал уже и ответ как раз, конечно же. Ну, Любовь, я желаю имя свое оправдать. Вот. И мне вспоминается всем в таких случаях такой известный сюжет, что один странник идет по горам, там, по долам, вот, и идет, иду к вид пропасть. И рядом табличка. Странник, пути нет, но надо идти. Вот. Хочешь, не хочешь, надо идти. Мы очень часто как-то... В чем еще, мне кажется, вот наша проблема? Мы как-то быстро сдаемся. Вот. То есть думаем, ну вот, значит, как-то вот нам надо что-то достигать. Вот. И здесь вот не получается что-то достигать. А, все, там все, терпения нету, да, там, соответственно, связано со смирением. То, что без смирения нет спасения, как поговорка тоже известно говорит. Вот видите, поскольку это с народного ополчения, то все поговорки какие-то народные тоже всеми употребляют. Вот. Так вот, соответственно, очень вот тут бывает так, что вот мы думаем, ну вот, наверное, сейчас уже пришло время нам чего-то достигнуть, искустась. Вот. Есть еще куда расти. Надо здесь вот не сдаваться и дальше продолжать над собой трудиться. Вот. Мне вот в этом плане всегда вот, как-то, не знаю, полегче было, вот, потому что понимаешь, что вот тот план, который ты для себя построил, вот, и Божий план, между ними дистанция огромного размера. И тебе кажется, что ты на каком-то там пути там, находишься там, уже в конце, а ты только начинаешь этот отрезок пути. Вот. Ну, соответственно, видите, что же еще всякие люблю шахматные аналогии. И, ну, то есть ты думаешь, что ты уже дошел пешкой до последней горизонтали, что ты превращаешься уже там, в какую-то фигуру. Да? Ну, там, как там, ну, да. Высоцкий пел. Там, пешка, если тренируется, может в ферзи попасть. А ты еще только сделал первый ход. И даже не на две клеточки, на одну. То есть вот этот путь, он... Е2, Е3. Да, не Е4, а Е3 даже сделал. Вот. И в отличие от шахмат, может быть, как там, шаг вперед и два назад. То есть можно и Е1 сходить в какой-то момент. Вот. И зачастую начинается, что ты делаешь ход там не с поля второго, а еще назад. И Е0, и Е0-1, там все туда. Вот. То есть вот эти падения, они имеют место быть. И ты опять поднимаешься. Но сам процесс для тебя, мне кажется, должен доставлять... Несмотря на, опять-таки, какие-то неудачи, определенной доставлять радость. Вот молиться. Да, вот, как мне тяжело молиться, многие говорят. Согласен, мне тоже тяжело молиться. Потому что я понимаю, когда Силуан Афонский говорил, что молиться – это кровь проливать. Но поначалу. Но ты входишь в определенный момент в какое-то состояние, когда тебе уже от этого хорошо. Тебе хорошо от молитвы. Но не транс. Нет, я не говорю про транс, не говорю про эти там какие-то техники новых религиозных движений. Да, да. Я говорю именно о том неком особом состоянии, когда ты находишь, опять-таки, в словах молитва самого Господа. Вот, через тех святых, которые эти молитвы и составили. Но а ведь в этом случае просто эта молитва, эти слова становятся твоими. Да, да. Хотя изначально они не твои. Вот почему-то очень часто тоже такая дискуссия. Вы, наверное, я помню, даже вели этот эфир, говорили о том, как вот молиться своими словами. Там, а мне рабыня, рабыня мы. Нам бы вот своими словами только там и все. Вот. А за вот это вот придумали, за нас все сказали. Но учимся ты, допустим, там, музыке там, или там, живописи, ну, или тем же там, шахматы. Вот. На примере образцов известных людей, которые в этом что-то достигли, и смотришь, восхищаешься этими достижениями, и где-то повторяешь. А потом вдруг у тебя получается создать нечто свое. Вот. А если уж вот перенося вот эту аналогию уже и на вопрос современного понимания таинства исповеди в таком приходском варианте, в таком вот для русской православной церкви приемлемом, вот, то ощущаешь, что даже вспоминаешь, какая радость возникает,
И как сначала вот ты встречаешься с этой бездной грехов, и сам этому всему сочувствуешь, и пытаешься вместе с христианином, с христианкой вот, осознать присутствие Божие в этот момент вашего общения, и вдруг это понимание приходит. И как радостно находишь, что в таком состоянии, что вам вдвоем удалось уже быть не вдвоем, а втроем с Господом, что Он пришел. И вот, и ты ощущаешь его присутствие, что все-таки удалось найти вот этот выход какой-то, вот, ну или даже исход из проблем каких-то своих. Вот, это очень важно. Тут еще один был момент, о котором он говорил, любовь. Она говорила о том, что вот волевое усилие, которым можно достичь некой аскезы, и, значит, соответственно, в данном случае было слово «смирение». И вот у нас несколько раз за передачу возникало это понятие «смирение». Но мы часто воспринимаем смирение как некое раболепие. Насколько это ошибочно в нашем понимании смирения и раболепия? Царствие небесное силой берется, как сказано в Писании, да? И употребляющий это усилие восхищает его. Нужно усилие, усилие воли. А оно не связано с какой-то, не знаю, там, слабостью. Вот. Тоже мне запомнилось другое выражение. Где-то я вот его читал, вот сейчас уж не вспомню. Вот. Дерзновение без смирения – это дерзость. А смирение без дерзновения – это слабость. Вот. Интересно. Интересно, да. А Господу нужны сильные люди. Вот. Сильные люди, именно сильный духом, вот, который преодолевает вот эту собственную слабость. Примеры сказки. Вот очень люблю сказки. Как раз недавно даже одна там напечаталась. Вот такая маленькая радость нечаянная. Ну, известная сказка. Две лягушечки попадают в этот чан с молочной продукцией. Одна там говорит, значит, уже и помирать, не вылезти никак. Вот. Вот, и все, и туда. Ну, я же такая, какая есть, и не вылезти, все, это ситуация. А другая, значит, надо как-то вот побороться. Взяла и сбила масло, и выбралась оттуда. Вот в жизни тоже приходят люди разные, и говорят, что, я весь в страстях, я в грехах. Но я такой, какой я есть. Мне не измениться. И все. Значит, вот так вот. Вот. А другой говорит, я сейчас не идет у меня никак. И там какие-то там разные там страсти, пороки. Вот. Я ими там опутан. Вот. Но я верю Господу, что я могу исправиться. Да, у меня не получается. Вот какие всякие там ремиссии. Разные бывают. Разные. Да, вот. Да. Очень разные. Но я готов бороться, и все. С Божьей помощью. Сам не справлюсь. Но хочу исправиться. Вот и начинается вот это изменение. Постепенно. Это здорово. Потому что тоже в беседе с этим батюшкой он говорил о том, что мы все время каемся в одних и тех же грехах. В гордыне, в осуждении. И каждую исповедь мы повторяем эти грехи, потому что они неизбывны практически. И он сказал, что да, надо все равно каяться в этих грехах, потому что это мы таким образом как бы сорняки вырываем. Этих сорняков огромное количество. Но настанет время, когда этих сорняков уже у тебя не будет. И ты уже вдруг поймешь, что ты не осуждаешь. И ты поймешь, что ты не раздражаешься. И вдруг ты поймешь, что и гордыни в тебе становится меньше и меньше. Другой разговор, что этот процесс может занять всю жизнь. И можно за всю жизнь так этих сорняков и не прополоть. Но если мы все-таки сумеем вручить себя Господу, то все происходит. И поэтому следующий вопрос возникает. Как впустить Господа в свою жизнь абсолютно полностью? Для этого что? Нужно убить свое самолюбие. Что нужно сделать для того, чтобы Господь в твоей жизни занял то место, которое Он должен занимать? Нужно, наверное, для себя осознать, что ты не один, во-первых. Что даже все твои навыки, которые тебе даны, твои таланты, вот у каждого из нас они свои, они носят временный характер.
что они даны Богом. Но вместе с тем понимать, не, собственно, раствориться полностью, как бы, вот все, как бы, вот. Ну, это тоже, кстати, такая стальная ошибка. Вот все на волю Божию, там, и все. Ну, а твое-то где здесь личное участие? Угу. Оно должно быть обязательно. Вот призвать, наверное, свое самосознание к тому, чтобы ты потихонечку понимал, что Господь такой является твоим, что ты к нему идешь как такой, это такое сотворчество. Сотворчество. То есть Бог, он, ну, такой, опять-таки, спортивные аналогии, они не выходят из головы, потому что ведешь такой активный образ жизни, вот, и они все время тебе говорят. Как Господь, он, знаете, какой тренер, раз выскакивает на поле, с тобой вместе начинает играть этим мячом. Давай, давай, туда, 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 сюда, забрасываешь его, он-то попадет. Но ты... Но ему надо дать пас. Да, да, да. И ты должен его где-то дать. А потом раз, и он тебе его даст. А потом говорит, ну, дальше сами, ребята, дальше сами. Это меня всегда поражало, что в баскетбольной команде есть один игрок, который должен быть небольшого роста. Вот. Причем это совершенно уникальный игрок. И вот я так понимаю, что в нашем смирении должен быть... Вот мы должны понимать, что пусть мы очень небольшого роста, но от нас очень много зависит. По-моему, у нас есть телефонный звонок. И здравствуйте, вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь, и откуда вы звоните? Я раба Божия Раиса из Ярославской области. Здравствуйте, вот. Раиса. Ага, здравствуйте. Я с отцом Дмитрием хочется поговорить, и с ведущим. Задавайте вопрос, пожалуйста. Да, ждем вопрос от вас. Ага. Добрый вечер. Раба Божия Раиса, благословите. Да, с Богом, Раиса. Вы знаете, я верю Богу и в Бога верю. И я верю в Бога и Богу верю, и люблю его. Но детки мои и внученька, она моя крестница, находится очень далеко. И вы знаете, хочется вот такой любовью, я молюсь за них, но хочется они, чтобы так же верили Богу и любили его так же, и поступали по всем заповедям Божьим. И потому что и раньше нам говорили, без Бога не до порога. И воля Божия благоугодна и совершенна, и вся жизнь только это Господь, потому что Он есть любовь. И вы знаете, вопрос какой у меня. Вот или вымаливать их так, и они далеко находятся. Саровский сказал, стяжите дух смиренный, и все спасутся возле вас. А вот они так далеко, но Господь видит мое сердце, и я надеюсь, что Он меня слышит и видит, и я Его люблю. И спаси Господи, и дай Бог вам всех благ в вашем труде таком. Спасибо, Раиса, спасибо большое. Ну, здесь вот материнская эта молитва, мы знаем, что действительно очень может многое. Мне всем вспоминается как раз мать блаженного Августина, которая, вот, если читаешь его исповедь, можно и фильм посмотреть, тоже, кстати, одноименный. Вот, Августин называется, фильм такой хороший. Мы даже, помню, нас на киноклубе смотрели. Вот, материнская молитва огромнейшее значение имеет. И вот если Господь видит наше чистое сердце, видит Раиса его, он его видит, и он пошлет какую-то ситуацию, когда призовет наших родных и близких вот, в Церковь Христову. Пускай даже сейчас, может, они это не осознают, но они видят ваш пример. И они чувствуют, на самом деле ощущают вот эту молитву всеми фибрами души. Даже не зная этого, потому что это происходит на каком-то другом уровне совершенно. Не на ментальном, а на каком-то, наверное, таком особом, каком-то кинестетическом уровне, таком, вот, в духовном плане. И можно это... Нужно и дальше продолжать молиться. Вот, и тогда что-то действительно в жизни изменится. И это, мне кажется, опять-таки для вас, наверное, для вас тоже испытание, такой важный мотивирующий фактор как раз молиться за ваших родных и близких. Дорогой отец Дмитрий, пожалуйста, благословите наших телезрителей. Помогай, Господь, всем нам
Вот всем желаю помощи Божией, ангелы-хранители и всех благ. Спасибо большое, отец Дмитрий Дмитриев был сегодня в нашем эфире. Дорогие наши телезрители, спасибо вам большое за то, что вы смотрите наш канал, за ваше милосердие и за ваши молитвы. И, пожалуйста, оставайтесь на Первом православном.